Вот, находимся Суворова 237 у хорошего знакомого, который не один раз выручал людей. Сейчас попал в больницу. Дом затопило. Просим уже целую неделю. Целую неделю просим, чтобы откачали воду. Вчера приехали, и то в помпу я залил бензин. Они покачали. Покачали и уехали. Сказали, приедем, поможем. Сегодня приехали, постояли, развернулись и уехали на перекрестке. Здесь вообще все по колено. Что делать, я не знаю. Просим, если надо деньги, дадим денег. Это уже безысходно. Что делать? И как делать? Я не знаю. У вас замерзка, просим пропарить. Не хотят никто ничего не купить. А здесь все затоплено, все полностью затоплено. Сейчас. Сейчас покажу крупник. Своими силами, ну, никак не можем. И никто ничего никак не может окликнуть.